в Новосибирске. Слушайте, а я немного матерюсь, когда общаюсь с вами, мне так интересно. Вы чувствуете, что знаете, как будто, ну вот, неприятно слушать? Блинк? Это что? Нет, нормально, все, слава богу. Я просто люблю материться, и один раз мне сказали, что типа... Ужас, ты столько мата используешь, это ужасно, ты же девочка. Я такая думаю, блин. Man moment. Спасибо, ребят, спасибо вам большое, мои любимки. Короче, стрелочка, что-то вот это вот у меня вообще не заходит. Но мы сейчас ее дорисуем. Лайнер у меня от NYX, сразу говорю. И вообще я все на рандом беру лайнеры, мне пофиг. Вот. Проснулся. Что? В смысле? Ой, это который дал Зазу. Очень прикольный чувак, я на него подписалась. Он тоже мне подписался, он говорит, оказывается, он мне 2 года смотрит и думает, дэм, как прикольно. Со вкусом использую мат. Sorry, guys, my followers from Russia, but I know also guys from another country, but today I won't speak Russian language, but I love you guys so much. Thank you. Блин, я не хочу еще на английском говорить с ними, мне не интересно. Я хочу с вами поговорить. Вообще жестко, что у меня такая иностранная аудитория. Мне как-то больше хочется с ними говорить. Thank you, guys. Духи пахнут. Но они пахнут, знаете, типа турком таким жестким. Но они... Really? Thank you, guys. Но они прям пиздец сладкие, прям... guys. В рот попало. It's my favorite perfume. Screen this. It's so sweet. Like Turkish perfume. Really? Да я просто, блин, 9 классов ходила на английский. And this body lotion, it's so good, so nice. It's amber, muscat, santal. Блять, это вообще разъёб. Я обожаю вот этот вот микс, жесткий арабский микс. Блять. Я не знаю, я готова все деньги отдать просто на вот эти парфюмы. Спасибо. Знаете, я просто, может быть, в какой-то момент начала смотреть американский YouTube и что-то там понимать, но я все равно, мне кажется, жестко плохо разговариваю на английском. У меня там уровень A. Мне нужно торопиться. Я надеюсь, что до клуба ехать 10 минут. Я обычно приезжаю прям под начало, чтобы там не сидеть нигде, никому не мешать. Oh, thank you, guys. I appreciate it. Короче, смотрела недавно с Анной Чопа выпуск. Там такие, типа, ребята, американцы снимают 40 женщин против одного рэпера. С DaBaby смотрела и с Анной Чопа. Очень интересно посмотреть, как эти личности раскрываются. Ну, именно эти, ну, просто как будто как бы рэперы, да. И DaBaby, знаете, он такой, типа, такая сука жесткая. Там девочка идет, а там суть шоу заключается просто оценить внешку. И в конце концов ты там должен выбрать одну девушку среди 40 девушек. И там много девочек начинает идти, он такой «No, no, no, your shoes, no». А Энели Чопа, он такой все там ему рассказывал, не мог им сказать «нет». Это было очень мило и интересно понаблюдать. Короче, советую вам это посмотреть на YouTube.
А еще знаете, что хотела вам сказать, девочки? Очень важную новость. Очень важную новость. Но он не так жестко делал. Он все равно в моментах не мог слить нормально. Короче, важная новость, ребят. Я, походу, влюбилась в пальто. Ладно, я угораю вообще, похуй. Я просто очень... Я сейчас посмотрела вот эти все серии, 5. Просто ради интереса. Ну, знаете, меня не так впечатлил этот сериал. Ну, классный, да. Ну, вообще пофиг. И я угораю жестко. Ну, блин, у меня никто из знакомых почти не посмотрел это. Ребят, короче. Я влюбилась в Ералаша. Rest in peace. Ну, я угораю с этого. И я очень люблю вкидывать, знаете, такие шутки, которые не в тему, вот. И многие люди мои знакомые, они такие, типа, знаете, такие, блядь, заебало. Я очень люблю троллить и угорать над этим. Вот. Любимая помада моя, ну, мой любимый карандаш, скорее всего, MAC Cork, а все остальные просто рандомно какие-то блески я покупаю. Сериал «Район на район забивы». Ладно, это слово пацана. А, шоу Эннели Чопа, 40 девушек. И все, там типа 40 women напишите. 40 women females. Так, быстро, жестко вот так вот делаем. Чуть-чуть лифтинг. У меня что-то очень как-то долго все происходит. Мила, милашка. Завтра, да, будет тоже, я думаю, стрим. Либо стрим уже после макияжа, не знаю, как будет. Мне нужно там макияжи всякие доснять. Я в туалет захотела. Короче, в общем, я влюбилась в Ералаша. А кто вам больше всего понравился? На самом деле, все такие пацаны, ну, необычные. Но мне не нравятся они в обычной жизни, то есть внешкой. Они подходят внешкой для сериала. Но вот этот мальчик, который пальто, прикольный. Я его ТикТок нашла, и я думаю, типа, чего у него так много фолловеров? Кто он вообще? Почему у него полям лайков собирает? Потом я поняла. Маратик, да-да-да. Вот. Короче, да. Прикольные ребята наши. Коуджи Бузи, блядь, никак. Нормально, нейтрально. Не слушаю его просто даже, вот так сказать. Типаж парней мне нравится, как Central Cee. Прям пиздец, блядь. Он идеальный. Я просто, знаете, больше даже, типа, ну просто для, по внешности. Я идеалист и перфекционист в внешности людей. Именно вот я могу даже, ну мне будет пофиг на него. По чувствам, просто внешность жесткая, красивая. И вот все должно для меня быть идеально. И по мне так, мне очень нравятся темные мальчики с темными карими глазами, ну, обычные карие, не с какие-то черные, то есть, ну, как у меня. С темными волосами, ну, то есть, типа, коричневый, там, светлый, либо темный коричневый, это уже не важно. Можно даже черные. Вот. Еще мне нравится... Мне не нравятся накачанные фигуры, мне нравятся обычные, базовые такие, без, боже, даже пресса. Румяна Диор. Приветик. Румяна Диор такого кораллового оттенка. Вот такие. Вот. Карнавал, да, мне она нравится внешка, пиздец, симпотная, очень хорошая. Такая чересчур добрая, вот чересчур. Я, конечно, спокойно, мне её очень жалко, когда я начинаю хейтить. Ну, типа, за что? Зачем? Вот, а так, ну, я не люблю слишком таких добрых детских поведений среди
там друзей, у меня нет таких, кто так себя ведет. Но я не хейтер. Я не хейтер, я поддерживаю. Она молодец. Она работает. Вот, знаете, очень молодец, прям вообще. Чуть-чуть хочется вот здесь посветлее, что здесь грязно пошло как-то. Сколько на макияж уходит? Ой, да может хоть, я не знаю, 2 часа уйти спокойно, но только на мейк. Инстасамка мне внешне заходит. Стиль мне нравится, как она сейчас начала выглядеть. Прикольно. Я не знаю, блин, мне типа честно, я такой спокойный человек. Ну, как бы, да, но она такие треки пишет. Я такое не слушаю, но мне вообще